Вот это место называется Балтика Брю. Да, вот представляете. Так называется, назвали холл. Сколько... Представляете, где мы здесь? Вот мы здесь типа находимся, и типа я даже не... Это здание, я не могу рассказать историю этого здания. Подождите, я просто хотел... Нет, подожди, пафос. Пафос записи, ты сейчас расскажешь. Но пафос записи заключается в том, что я пришел сюда попить чаю с тобой. Я здесь просто посетитель, а некоторые здесь работают. Для них это рабочее место. Они сейчас сидят, и вон там, не буду показывать, что-то пишут в Фейсбуке и так далее. Лиза, ну скажи, что здесь было раньше, пожалуйста, для наших читателей. Здание построил в 1909-1913 году архитектор Федор Лидваль, один из самых ярких представителей северного модерна. Тут был такой очень, кстати, сумасшедший тендер на этот участок, такой совершенно в стиле... русском, с такой коррупцией, с такими с драками. Здание этого участка было куплено Азово-Донским банком. И здесь, собственно, вот это здание строилось для Азово-Донского банка. Занимает два участка, дом номер 3 и дом номер 5 по Большой Морской улице. Здесь, собственно, раньше был операционный зал, там, где находится наша галерея, там раньше был кабинет управляющего банка. Все хорошо просматривалось. Сейчас? После войны, после революции банк, соответственно, сюда съехал. И зданию, на самом деле, очень повезло, потому что оно до 47-го года стояло как нечто, как какая-то некая культурная институция. Тут было что-то среднее между хранилищем Эрмитажный колец. Ну, что-то как-то оно мутненько существовало. В 47-м году здесь сел телеграф переговорный пункт, и который просуществовал, собственно говоря, до тех пор, пока телеграф переговорный пункт не стал не нужен. Сейчас здесь ресторан «Пивоварня», там наверху галерея. Ну, как бы тут всякие... В том вот конце за пошлым маркизом, и там находится Ростелеком, которому, собственно, принадлежит это здание. Лиза, самое вкусное, расскажи про галерею. Как галерея попала сюда после 47-го года? Я так понимаю, что не вы сразу, да, там в галерею попали? В 47-м году меня еще не было. Это была типа шутки. Это была типа ответная шутка. Хорошо, ну расскажи про галерею. Правда, мне интересно. Это мне интересно, читателям интересно. У нас было пространство на Фонтанке, с которым мы были вынуждены по причинам экономического характера расстаться. И сюда мы попали, собственно говоря, традиционно по политике внутренних связей. Извините. Настя. Пока мы покажем. 5 минут. Когда мы искали пространство какое-то, нам нужно было в центре города, чтобы это было бюджетно и, в общем, как бы хорошо по локейшену. И один из моих однокурсников, обнаружив меня рыдающий в ресторане по поводу продажи галереи, того старого пространства, он сказал, я тебе помогу. Он занимается как раз оформлением помещений в Туги. Когда собственники ресторана арендовали это помещение, мы сюда пришли, посмотрели вот это пространство. И, собственно говоря, они нам... любезно предоставили себе аренду по гишной цене, поэтому мы здесь сидим. Ну так, у нас хорошее местоположение. Ну, прямо сидим, да. Прямо рядом с Эрмитажем. Через дорогу, да, будет скоро Эрмитаж 2021. Работает отдел современного новейшего искусства. Ну вот, а еще я хочу сказать в заключение, что перед вами был самый оригинальный блогер стилей в интернет. Вот. Это... Ну, никто об этом не узнает никогда, потому что все закрыто. Нет, ну оригинальность это имманентный. Ладно, я не буду выпендриваться, но действительно, совершенно потрясающие записи. Лиз, респект. Все, Леша.